Меня зовут Асем Нурсиитова. Я дизайнер украшений, мама троих детей. Рукоделием я увлекалась еще с самого детства, но не особо придавала этому значения. Всегда хотела начать какое-то дело, ну то есть, чтобы оно было по душе мне. И чуть позже я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься. Да, сейчас меня очень радует тот факт, что много интересуются национальными украшениями. Сейчас хочется что-то вот национальное. Это ведь очень красиво, и это меня очень радует. Да, я сотрудничаю постоянно, мы сотрудничаем с дизайнерами. Это Наиль Байкучуков, Малика Усупова. И я готова сотрудничать. Это очень интересно, это опыт. К сотрудничеству я всегда открыта и готова. Магазин находится в Алма-Ате и в Астане. Украшения также я отправляю во все города. То есть не только по Казахстану у нас доставка есть, мы отправляем и в страны дальние. Магазин существует с 2013 года, то есть нам уже порядка 3 лет. Я считаю, что нужно пробовать все для того, чтобы найти именно то дело, которое вам нравится больше всего, которое вам по душе. Поэтому пробуйте все, и вы обязательно это найдете.